Гадаем желание. Пару секунд подумать, какое желание самое сокровенное. Ура! Ура! А у кого это сегодня день рождения? Конечно же, у меня, ребята. Вы только посмотрите на эту красоту. Шикарная корзинка с цветами. Шарики мне Златочка заказала. Клубничку в шоколаде я захотела. Не заехала девочка у нас. Сама делает такую клубничку в шоколаде. Я, кстати, загорелась желанием. И тоже хочу научиться. Буду смотреть уроки на ютубе. Вот, заехала в Хакимаки. Взяла вкусняшек. Сегодня у нас понедельник. Вот, ну, поужинаем. Да, мои дорогие? Вот они сидят, ждут, мои любимые, пока я переоденусь. И мы приступим к празднованию. Я сегодня 11:30 вышла из дома и только-только зашла домой. Время 5:30. Пока туда съездила, пока сюда. Маникюр, кстати, вот зацените, новый себе сделала. У нового мастера, у девочки, я с ней познакомилась 2 года назад, только сейчас попала. В общем, такие дела. Будем отмечать. Так, маленький дегустатор уже скушала. Что, сашими? Вкусно. Вкусно? Я в пальчике. Муа. Какой будешь сладочку выбирать? Смотрите. Так, в чем? Я хотела сублимированное малине, но у девушки не было в наличии. Сказал, тогда делайте на свое усмотрение. В шоколаде? Да. Ну, давай, пробуй. Вкусно? Мой канал постепенно становится дегустационно-мукбангерским. Клубничка бомба. Попозже тоже попробую. Посмотрите, какая красота. Там у нас на фоне идет программа про пхи-пхи. Это острова, на которые мы полетим отдыхать. Рассказывает с огромным удовольствием о своем отдыхе, на котором мы тоже скоро побываем. И мои прекрасные шарики, ребята, у меня прекрасное настроение. Конечно, сегодня понедельник, но... Но разве день недели может испортить мне день рождения? Нет, конечно. Доставочка еще букетик от моих дорогих. Тимура и Алина. Спасибо, мои дорогие. Девчонки, третий день уже пытаюсь досмотреть фильм «Бедная несчастная». Слышали про такой? Такая... История в стиле фэнтези, что ли, не знаю, не разбираюсь в жанрах такого плана. Но такой фильм криповый, но интересный, что-то в этом есть. Если любите такие долгие фильмы, которые идут по 2,5 часа, с красивой картинкой и с необычным сюжетом, пожалуйста, ко вниманию, к вашему. А у меня тут такая вот красота. Я отдыхаю, уже вечер следующего дня. Мы музыку слушали, болтали, пила я шампанского немножко, вот, и целый день сегодня отдыхала, составляла меню на свой день рождения, на субботу, в субботу мы собираемся с девочками, с моими подружками, вот, и будем отмечать. Кейтеринг меню заказала, такая вот красота за окном. Когда же этот снег уже растает, боже, он уже мне надоел. Темно, ладно, не буду вас мучить темнотой, девчонки. Всем доброе утро, мои дорогие. Я приехала домой, завалилась на кровать. Время 9:00 утра. Златочку я отвезла в школу. Вот, сейчас сделаю масочку для лица. Я еще не завтракала. Завтракать пока не хочу и не буду. Позавтракаю ближе к обеду. Сейчас буду делать маску себе на лицо, которую купила в Золотом Яблоке. Еще ее не пользовалась, дарлинг.
Вот. И думала использовать вот эту масочку, но она вот какая-то очень плотная ночная. Видите, овернайт. Типа как она на всю ночь, что ли? Блубери, это у нас что? Это, по-моему, голубика. Голубика и мед. Кстати, девочки, купила в прошлый раз карандаш от фирмы Гурмандис. Я не знаю, вы знаете такую фирму? Я вот первый раз о ней ее увидела в Ревгоше. Даже так, мне дочка говорит, мам, купи мне тушь. Показала в таком миленьком тюбике. Я вам в прошлом влоге ее показывала. В общем, такая вот фирма Гурмандис. Я так думаю, это российская. Очень классный карандаш для бровей. Правда, он мягкий. И цвет подходящий для меня. Прям суперски растушевывается. Берите на заметку. Он стоит вообще просто там до 200 рублей. Представляете? До 200. Вот. Пойду делать масочку. Девчонки, как же удобно краситься влажным спонжиком. Вы знаете, столько разных лайфхаков, да, в интернете есть, там, на ютубе том же самом, но мы почему-то ими не пользуемся. Не, ну многие пользуются, а я вот привыкла делать по-своему. Я привыкла наносить тональник и консилер кистями, вот, либо руками. А тут, думаю, дай-ка спонжиком. Намочила спонжик тепленькой водичкой, и так суперски получается. Кстати, маска шикарная, кожа после нее такая увлажненная, просто супер. Я вам рекомендую. В общем, девочки, я сейчас накрашусь и поеду в торговый центр Метрополис. Заеду за сестричкой своей родной и поеду в Метрополис, мне нужно погулять. Шучу. Мне нужно, короче, это, купить жилетку мужу на весну. Вот, я ее забронировала. Поэтому заберу. Не ближний свет, конечно, север Москвы, далековато, но ничего страшного, прокатимся, время есть. Муж сказал, Златочку со школы заберет, поэтому воспользуюсь моментом, погуляю и как раз что-нибудь сниму. Для меня это прям очень хорошо, простуда никак не проходит. Блин, когда она пройдет? Уже больше недели. Мажу уже всем, но никак. В общем, буду дальше красить, девочки, спонжик от Чик. На Валбересе заказала. Ну, да, он у меня давно лежит, просто говорю, особо не пользовалась, а сейчас поняла этот кайф. Вообще супер. Такое покрытие прям, видите, тоненькое. Просто на мне сейчас только консилер и тональник. Вообще супер. Я приехала к сестре, к своей. Это наша Сашулечка. Сашуль, помаши ручкой. Этот малыш очень красиво рисует, вы только посмотрите. Мамочка нарисовала ей рисунок, она его раскрашивает. Да, Сашуль? Да. Девчонки, мы оставили, как обычно, по старой схеме, машину в Коламбусе на парковочке. И сейчас ныряем в метро и едем до Цари... Ой, до куда мы едем? Бойковская, наверное. До Бойковской, торговый центр Метрополис. Там у меня забронирована вещь, но в целом мы просто погуляем. Кстати, познакомьтесь, это Лика, моя сестра родная. Смотрите, какая погода шикарная, просто нереальная. Мы вышли из метро с Ликуськой и идем в север Москвы. Машинку оставили на парковке нашего торгового центра, который рядом с нашим домом. Потому что в Москве, как я уже говорила, если вы в какой-то местности не ориентируетесь, имею в виду на дороге, то я вам, ой, как не советую вообще суваться сюда за рулем. Лучше уж оставьте там, где вы знаете, спокойненько прокатитесь на метро. Кстати, народу в метро не так уж много было. Да, Ликусь? Да. Короче, все супер. Топе. Вот она моя идет, красотка. Звезда. Сразу. И вот Карл Лагерфельд, вот эти заявки в Стокмане. Давай Стокман заберем туда. Давай, уже. Да. Какой хороший выбор Армани. Какая крутая. Но она будет тяжелая, Лик. Огромная. Вот такой формат, мне кажется, вообще вот. Черная моя Армани, это ж моя Армани. Цвет. Офигенно. А, не, слушай, видишь, тут такие, а у меня вот на цепочках. У тебя на цепочках? Да. А мне на карабинах больше. И нравится. Мне кажется, что на цепочке она капельку побольше, чем это. Сколько это стоит?
36, но я свою тоже 36, так покупала. Ну, и здесь, вот, вот, Лик, вот моя, вот, 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 точнее, вот. Слушай, вот формат вот ее. Вот это надо брать. Вот. Что за при... Где зеркало? Мне нравится. Ма. Давайте снимем блику, девочки, смотрите, такая красота. Видно? Да, она яркая, на лето вообще шикарно. Это вообще топ. Пишите, цвет как вам. Роскошный. Как вам, ребята? Давай поближе покажу. Ну, у меня такая сумка. Что мне показывать? У меня черная. Покажу вам, ребят. Цепочкой. Да, 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 да. Что тут еще? Лиу Джо. Лиу Джо. Вот эти сумки Фурла, только со стрекозами. Вон она, вон, 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 вон. Ребят, ну... Но Фурла выставлена здесь гораздо красивее, чем в Стокмане, который в Коламбусе. И выбор больше. Смотри, какая одежда. А у тебя ремень такой прилагается? Да. Вот к сумке. Да, да, да. Я просто не ношу. Да? Ребят, смотрите, какая красивенькая. Короче, короче, короче. Мой look of the day. Девочки, мне кто-то написал комментарий под последним видео. Или под предпоследним. Все было хорошо, пока не увидела губы. Зачем? Ёшкин кот, девчонки, вы серьезно? Что зачем? У меня от природы у самой пухлые губы. Я их подкачивала по 0,5 мл за весь период вообще косметологической своей истории, которая у меня началась довольно поздно, 2 раза. И это уже давно все выветрилось у меня, свои губы и своя простуда. Пожалуйста, не пишите глупости. У меня и у мамы мои пухлые губы, и у сестры. И вообще все, каждый человек красив по-своему. И с тонкими губами, и с толстыми губами. А осуждать кого-то за внешность – это вообще днище. Я вам так скажу. Уж извините, если кого-то задело. 100% кожа. Теленок в Индии, да? Как-то там же в Индии священное животное, не? Что это за жизнь? Ой, вот это поворот. Это точно мужское дело? Да, мужской, мужской. Смотри, какой классный свитер. Плотный, тяжеленький. Ценник, мы хотим знать, сколько стоит? 17 590. Слушай, я бы даже себе взяла. Смотри, она оверсайзная. Это какой размер? Ну, наверное, М-ка мужская, я так думаю. Это S-ка такая. S-ка? Mm-hmm. М-ка еще больше. А XS мужской? А разве у мужчин есть XS? Слушай, ну... О, я не могу никуда проникнуть. Слушай, это роскошно. Ну, не роскошно, но качество но хорошее. Для футболки это вообще... Не, она такая плотная, жесткая, и форму будет держать. Да. Футболки, все, девчонки, жилетку забрали. Очень классное, хорошее качество. Кстати, по всей Москве остался последний размер. Мужу очень повезло. Есть еще такой оттенок. Оно-то длинное. Это прям длинное в пол, а это до колена, я думаю. Жалко, черных нету. Черную я бы взяла без раздумий. Вот голубой еще есть. Давай посмотрим. Девчонки, может кто-то в декрете сидит или по каким-то другим своим причинам никуда не выезжает. Я сама, когда там болею или еще что-то, никуда не езжу. Мне интересно посмотреть такие вот влоги, где люди ходят по магазинчикам, показывают, что сейчас модно, какой ассортимент, что почем. Поэтому, может быть, и вам тоже будет приятно расслабиться под мой влог. Все для вас, мои хорошие. Кстати, мне так приятно, девчонки, просто подписчики новые появляются. У меня уже 211, что ли. Я так радуюсь просто каждому. Это счастье. Просто счастье. Очень приятно. Что-то хожу ни на что. Ни на что у меня глаза. Глаз мой ни на что не падает. Все какое-то серое, что ли. Это Стокман, потому что скопаться надо. У меня одна рука занята вот этим, а другая телефоном. Так, Лика меня зовет. Она смотрит очки. Здесь и Гуччи, и Ботега. И Гуччи, и Ботега? Давай мерь. Какие? Вот эти, да? Давай розовые, да, вот эти мерь. Мерь и смотри на меня. А здесь, это Гуччи? Это же мои. Это Гуччи, да.
Но они похожи на мои, я уже типа таких купила. Ой, мне не идет. Покажись. Да, большие для тебя слишком. А мне одень на меня? Засунь мне их в лицо. Сунь, бойся. Давай, держи камеру. Такая строгая сразу. Ну ладно, я его в зеркало приду. Я строгая сразу еще. И на горнолыжный курорт сразу можно ехать. Нет, знаешь, какие интересные? Вот эти интересные. Каких? Вот эти. В этих очках видишь, да, меня? Да, вставай, я буду мерить. Сначала эти положи. Мне нравится. Лика сказала, что меня в этих очках видит. Они такие невесомые, классные и не давят на переносицу. А какой это бренд? Сен-Лоран. А, Сен-Лоран. Да, Сен-Лоран. Стоимость? 56 тысяч. Недорого, девочки. Да я удавлюсь, только денег платить за очки, если честно. Девчонки фурла, они такие классные. Лик, идут. Скажи нам цену, пожалуйста, тут болтается. 18. Это что там? Соби, не знаю, сейчас пойдем посмотрим, но вот ты хотела что-то азиатское, вот, пожалуйста, тебе фобо. Там по-любому будет вкусненько. Ну, я недавно ела фобо, и я бы что-нибудь другое съела бы. Вот. Давай вот здесь тогда выбирать. Вау, сейчас что-нибудь выберем тогда. Вот, смотрите меню. Фобо. Так. Супы фобо, фон Таиланд. О, кстати, большой выбор. А есть отвар из кишочков? Фога. Подсела я, девчонки, на азиатскую еду. Подготавливаю свой желудок к Таиланду. Нам сейчас приготовят супчики. Сейчас пойду вам покажу. Смотрите, какая красота. Там бесконечный бульон просто. Очень красиво. Кажется, это наши со златой, ой, с ликой супы. Помните, я в прошлый раз каламбус тоже ела? Похож на этот суп. Такие жизнерадостные. Сейчас Лика будет дегустировать. Будешь показывать дегустацию или нет? Так, а я не знаю. Добавить, да, все эти... Ну, на свое усмотрение. Я не знакома с тайской кухней. Это вьетнамская. На свое усмотрение. Ладно, ребят, будем мы есть. Приятного аппетита нам и вам, если вы тоже едите. Фанки Мэл Резерт. Лике понравилась такая вот курточка. Показываю. Мне тоже она понравилась, но мы не сговариваясь. На нее обратили внимание, они сейчас вообще, мне кажется, не особо модные, не? Нет, сейчас но бомберы. Нет, что нравится, то нравится, я не, особо не смотрю. Ну, красивый цвет мне нравится, я сейчас считаю, что розовый цвет от него обалдею. Мира. Вот еще красота. Ага. Покрутись. Хорошенькая. 5000 стоит, кстати. Ну все, девчонки, хождение по мукам закончено, идем в любимый магазин. Золотое яблоко. Золотое. Для меня вообще вот один фиг. Золотое яблоко, Ревгош и... Здесь ассортимент больше. Здесь ну, больше ассортимент. Корейская. Я хочу себе посмотреть маску для волос Хадат. Маску Дарлинг мне надо срочно, потому что я свою использовала. Патч, да, вот эти, которые прикольные. Вот это? Да. Это я купила уже себе. Да, это Пэтси. Какие-то звездки, да? Не, я Пэтси. Так. Гидрогелевая масочка. Я возьму. Сейчас какую-нибудь возьмем масочку.
шелковый эликсир. И вот смотрите, какие-то... О, охлаждающие. Давайте возьмем ее. И первые покупочки. Лика, покажи, что ты будешь покупать. Лика возьмет себе популярный хэмс. Ну, именно популярный, вот этот вот свежий кокос и дыня. Смотрите, как ручка блестит моя. Да, рука просто напитана. Так, сам Барс. Из этого всего я бы себе хотела гель с плющом, который от отеков. Вот он. Где он? Вот он. Блин. С плющом. Плющ. Экстракт плюща. Вот он. Да, но... Но говорят, девчонки, что мазь гипотрамбин М помогает от отеков. Да, помогает. 100%. И убирает... Какой маленький комплементарный наборчик. Пойду искать Хадат. О, Султан де Саба, смотри. Девчонки, всем советую крем. Ты знаешь эту фирму? Конечно, у меня куча всего от нее. Я знаю. Ну, что спрашиваешь? Да, она есть. Это тот же самый Филарга. Да? Да. Елена Монастырь. Они лицемеры. Но Филарга это хороший бренд. Почему лицемер-то? Ну, они же это не раскрывают, этот секрет. Ну, бренд, самое... бренд хороший, у меня от него... Только дороже Филарга. У меня вот этот крем был. Кстати, девчонки, вот этот выгодный Элемис покупать на Ламоде. У них хорошие цены на них. Зачем этот покупать бренд? Элемис, если можешь взять Филаргу? А там одно и то же. Посмотри. Ты какие? Мой любимчик. Рассказывай. А что рассказывать? Он роскошный. Аромат невесты. Наверное. Дай понюхать. Аромат невесты. Я тебе даю Да, очень свежий аромат и такой прям очень вкусный. Надо чем-то подушиться и посмотреть, он как стоит. Раскроется. Сколько стоит? Не знаю, это 40. 30 – это 53. Еще ты тестим Хадат. Прям мелкий-мелкий. Хадат, вот он, его хвалят за вкусный аромат. Девочки, сейчас перенюхала много чего. Вообще не в моем стиле аромат, но мне хочется какой-то спрей купить. И куплю от него. Моментально впитался. Да? Да. Вообще. Вот это гены. Вот такой спрей, покажи. Показываю, вот. Вот гидромиракл, да? Очень приятные волосы, она очень старая, мягче. И более плотный, что ли. Цена 2209. Текстурирует. Будем брать. Да. Девчонки, ну какой же шикарный лицетональный крем. 5,5, 5,7. 5,5, смотрим. Лика сейчас меня намазала им, и просто я моментально... Он как шелк. Освежилась. Это 5,7. Но мне это кажется, прям... для жирной кожи не подойдет. Это для нормальной и для сухой, да? Для жирной однозначно нет, потому что он сам по себе жирный. Короче, меня Лика сейчас намазала им, мне лицо просто моментально освежилось. Роскошный какой-то. Рассказывай. У меня у самого сейчас тональник Армани, да? Он да. Похож, кстати, на Армани, который флюидовый, да? Угу. Вот. Но этот, он, как сказать, он более пластичный, он легко растягивается по лицу. И я вижу, как он... Не, ну видно, что лицо прям свежее. Да, он прям перекрывает. Смотри, все мои темные синенькие убрал. Очень сразу красиво. Сразу свеженькое, как будто только проснулся. Вот так вот, девочки. Это светлые оттенки, здесь вот темные. Я в восторге. Ну, у меня много тональников, я не знаю. У тебя много, да? Да, у меня много тональников, и надо пользоваться. Причем они мне нравятся. Ну, смотри, я в связи с санкциями купила себе запас тональников. У меня сейчас довольно 3 тональника. Я одновременно ими пользуюсь. Понятно. Вот. Я тоже одновременно пользуюсь. И у меня один уже подходит к концу, и я этому безумно рада. Хотя это глупо, да? Радоваться. Почему? Я тоже радуюсь, когда у меня что-то заканчивается. Ну, это просто Dior. Что-то заканчивается, и что-то новенькое себе покупаешь. Я его брала за 3000, а теперь он там, я не знаю. Слушай, я просто не люблю складировать эти, знаешь, банки, копить косметику прям много. Но она мне так все равно так и так копится. Но сейчас покупаете еще очередной тональник, которым я буду просто каждый день пользоваться, а все мои другие будут стоять. Да. Сейчас немножечко попользуюсь, и тогда уже обновлюсь, может быть, как раз в апреле. Здесь нет полноценного зеркала?
Ребята, ситуация help, ситуация sos. Кому-то сейчас будет очень вкусно. В общем, мы решили, что нужен десерт после пару часов ходьбы по этому прекрасному торговому центру. Девочки захотели покушать. Златочка, что я тебя все время Златочка называю? Покушать. Ликочка будет сейчас пробовать синнабончик с пеканом. Реально вкусно. Вкусно? Очень. Я вообще его как будто раз в жизни ела. Для меня это... Я раз ела летом. Летом? С Златочкой. Для меня это просто... Не знаю. Не знаю, что это будет со мной. Гликемическая кома. Очень сладко, ну ладно. Это вкусно. Большой, но крутой, да. Какая прелесть спинка. Ой, все, я его найду себе. Нет, серый уже не так круто, как черный. Угу. Мне Златочка на день рождения подарила вот такой вот оттенок. У меня уже жирко посинело от пакетов. Это лимитированная коллекция. Матовые. А, стойка двусторонняя. Спасибо. Спасибо. Они похожи. Ну, я бы тебе посоветовала нижний. Нижний по... насыщенней, он тебе идеально подходит, идеально. Что сделаем? Так, зеркало. У меня уже отваливается рука, Лика забрала мой стокманский пакет. Короче, мы зашли в фуру. Ой, фуру, куда мы зашли? В Эш? Эш. Покажи поближе, вот эти прикольные, у них платформа высокая, они интересные. Кстати, чем эти кеды хороши? Покажи их нормально. Они, по-моему, 5 сантиметров платформа и плюс к росту. И они легкие. Девчонки, смотрите, какие секси босоножки. Яркие, дерзкие. То, что надо. Очень красивые. Ровные. Офигенные, да. Мне вот эти еще нравятся. Серенькие, но... Ну, более сдержанные. Они четенькие прям. А это вообще? Зашли днем, вышли ночью. Я пахну просто потрясающе, девочки. Я напшикала себе на шею амуаж розовый, а на руку напшикала. Как велик напшикала на руку? Лосом что-то там вот. Нет, тубероза или как он там? А, велик и тубероза, да. Блин, они так вкусно пахнут вообще. Теперь очень сильно их хочу. Ножки устали, уже хочется домой. Так что мы стартуем до дома. Нам еще в другой торговый центр ехать, потому что мы там оставили машину. Ну, там купим кофе и уже по дороге домой попьем. Да? Обалдеть, да. Помчали. Девчоночки, привет! Я снимаю распаковку для вас на скорую руку. Извините, вот что в таком формате. Я вышла из ванны. Сегодня у нас пятница вечер. Завтра я праздную свой день рождения. И боюсь, что если я сейчас не сниму эту распаковку, то потом уже, например, бокалы точно не покажу, ну, как бы в распаковке, потому что они уже пойдут в ход. И поэтому начнем с них, девочки. Это такая красота. Вы только посмотрите на эти бокалы. Даже не помещается. Смотрите, какая прелесть на такой длиннющей ножке. Из тонкого стекла бокал. Видите, с таким оттенком ножки. Ножка с розовым оттенком, короче. Нереально красивые бокалы. Их там пара. Мы с девочками будем пить завтра коктейль Беллини. Вот. И ко мне самая первая приедет моя кумушка. Алиночка, привет тебе, если смотришь. Будем с ней пить из эксклюзивных бокальчиков. Я заказала 2 штучки, потому что не вижу смысла заказывать много таких. Во-первых, они очень хрупкие.
Я не могу сказать, что они очень удобные, потому что очень длинная ножка. Ну, посмотрим. Ну, короче, два таких бокальчика будут. У меня вообще бокалов много разных. Но как мне купить такую прелесть? Дальше поехали. Опять Валберес. Расквитаемся с Валбересом. Кто-нибудь увлекается из моих 218 подписчиков винилом, виниловыми пластинками, именно прослушивание музыки на проигрывателе. Это мое хобби. Вот. И я купила сегодня целую кучу, на самом деле, пластинок купила. Но вот сегодня две пластинки. Одна пластинка Мэрайа Кэри. Очень красивая пластинка внутри. Я уже открыла, послушала ее днем. Там внутри две пластинки. То есть альбом на двух пластинках записан. Посмотрите, какая красота. Альбом называется Charm Bracelet. Такой вот браслетик с шармами. Крутится вот так вот на проигрывателе. И очень красиво. А это для моего любимого мужа, Prodigy. Музыка для мужчин. Пусть слушает. Также купила такие вот старые раритетные пластинки. Купила через Авито. Люди продают, распродают свои коллекции. Вот я взяла Gemini. Прикольная музыка, веселая. На итальянском языке. Высоцкий для мужа. Я не любитель, а ему нравится. Опять итальянская музыка. Итальянцы умеют зажигать, поэтому мне нравится итальянская ретро. Опять итальянская ретро, короче. Опять это все Италия, но реально это очень все зажигательно. Я постоянно слушаю какие-то, знаете, эти каверы по радио. Мне нравится. Так, как вы помните, я была с прошлого влога, да? А, с этого влога. Да, с этого. Это же длиннющий влог недельный. В общем, была я в Золотом Яблоке. Покажу, что купила. Та-дам! Так, купила я, значит, три маски от Darling. Такие вот хорошие масочки. Они, короче, мне очень нравятся, как и многим. Потом бальзам для губ от Kinzoki. Это бальзам. Этот бальзам мне посоветовала моя сестренка Ликуся. Привет! Она сказала, что это аналог Диора. Бальзама Диор. Вот он даже с виду немножко похож. Очень хорошо увлажняет. Со слов моей сестры я еще не пользовалась. В общем, буду пользоваться. Потому что у меня... А, я запачкала, да, его? А, нет. Это рисунок такой здесь красивенький. Золотой, закроешь? Конечно. Так, и от Хадад спрей для волос. Тоже пока еще не пользовалась. Сейчас как раз голову помыла, подсушусь и попользуюсь. Но мы уже затестили его в Золотом Яблоке. Это какая-то бомба. Потрясающе. Вроде бы все. А, и жилетку мужу Стокмане купила. Томми Хилфигер, покажу, если он ее наденет, обязательно сниму, покажу вам, может быть, пригодится. На кассе мне девушка подарок дала, так, что там было, уже забыла, как называется. А, Manly Pro, это спрей для очистки кистей, для мытья кистей. Так, и чек у нас получился Золотого Яблока на сумму 4678. Девчонки, чуть не забыла показать вот эту прелесть, посмотрите, тоже на Валберес заказала такое блюдце, оно небольшое, в виде цветочка, на котором сидят две очаровательные птички. Я обожаю тематику с птицами, у меня и картины с птицами дома есть, и в моей нашей спальне подвесное освещение с птичками. И шкатулочка у меня тоже с птичками. Короче, очень люблю такое все нежное и милое. В общем, буду использовать это блюдце завтра. Засервирую стол и использую его. Туда можно положить, например, оливки. Или какие-то красивые конфетки, несколько штучек.